В деле депутата Заксобрания Владимира Седова могут быть замешаны высокопоставленные чиновники. Это сегодня подтвердил руководитель Следственного комитета по краю. Седов свою вину признал, и ему уже предъявлено обвинение. Напомню, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Якобы он предлагал за несколько миллионов рублей решить проблемы застройщика Златоулочки. После того, как он получил 1 100 000, его задержали. На данный момент следствие не исключает, что у депутата были покровители из Министерства строительства и стройнадзора. Да, следствию известно об этом, эта версия тоже обязательно будет проверяться. Более того, я могу сказать совершенно четко, что уже в настоящее время проводятся определенные мероприятия, которые направлены, вот скажем так, на выяснение всех этих обстоятельств. Фамилии называть не буду. А вот фигурант другого громкого коррупционного дела Надежда Маршалкина свою вину не признает. Я напомню, экс-чиновницу обвинили в получении взятки в 17 миллионов рублей. За эту сумму она в 2013 году, будучи руководителем дирекции развития Нижнего Приангарья, помогла фирме заключить госконтракт. Чтобы отстаивать свою невиновность, она наняла 4 адвокатов. А следствие не исключает, в ее деле могут появиться новые эпизоды.